деле еще выгоняемая машина, поэтому лучше не рисковать. Да. Ты знаешь, нам можно нарваться на каких дебилов, которые лет 10 посидели в тюрьме. Ага. Вышли и все. И 20, люди... наверное. Вышли, и они в 90-х остались. Да, они не возвращаются оттуда. Все. Они... Прописка у них, ну, программное обеспечение. Не позволяет. Да, уже все не пришивается. Да, все. Он пришел, он вышел, айфон увидел, его затрясло, блин, не повесил. Раз в Киров не успел за этот, за
моменты вот до сих пор в голове отложились, и объяснить я их не могу. Еду с пассажиром, с попутчиком. Едем, слева лес, справа лес, темень, машин не так много, ну где-то там вот вдалеке, может быть, еще дальше едет машина. Темновато так, короче. Угу. Проезжаем и буквально, вот, знаю, не знаю, короче, в последний момент замечаю вот метров 10, наверное, посередине силуэт. Вот, вот что я, что вот я его до последнего момента не видел. Если бы это, если это был человек, не знаю кто, и он бы сделал шаг там вперед, я бы просто не заметил бы его, не среагировал. Ты не разглядел, что это? А? Не разглядел ты или что это? Нет, я не разглядел, я даже не понял, кто это, человек, не человек. И пассажир, который спереди тоже сидел, он такой, типа, ну что это было? Кто это вообще? Как? Ну, небо, ну вот вроде более-менее видно, да? Но появился он в последний момент уже вот где-то, ну, видели, но в последний момент уже где-то вот возле капота. Но стоял, благо, вот посередине. Потом у меня этот, на регистратор же все писал, была мысль как-нибудь, когда-нибудь посмотреть, не знаю, может быть, когда-нибудь потом на пенсии посмотрю. А, осталось же видео, да? Да, да, мама там все выложила. Может, это, я не знаю, там, может, животное какое-нибудь было, да? Ну, по силуэту, как бы, вроде на человека больше похож, чем на какую-нибудь корову. Сейчас кто прослушает, вот когда папа выложит, прослушает это видео, потом полезет искать перегон Москва-Киров, высматривать этот момент. Заночевать у Байкала, ну, чтобы проснулся, глаза открыл, о, Байкал, круто. Все, припарковался, прям вот, вот припарковался, такой, ну, бордюрчик, да, какой-то, и этот, и за ним сразу... Я ж думал, к нам идет. И за ним сразу, ну, Байкал уже начинается. Угу. Вот, лег спать, сплю, просыпаюсь от толчка. Всю дорогу, ну, нормально машина, без происшествий, без ничего. Просыпаюсь от толчка на заднем сиденье, поглядываю в окошко. Рядом машина стояла, девушка рано утром вышла, решила там поехать, ну и задела. Ну, поэтому и толкнула машину. А, ну, ты припарковался, не было никого, да? Не, были. Машины были, я просто нашел местечко, припарковался.
припарковался. Нормально, места было много там. Ну, просто, ну, не рассчитала она. Но повезло то, что она задела меня так, она выкрутила руль до упора. Вывернутым колесом в колесо. То есть вообще нифига не... Ни повреждений, ничего, да, я просто немножко офигел, от толчка вышел, а ничего нету. Спрашиваю, она такая, да, да, я колесо в колесо задел, типа. И... А вот так бы зацарапала, она там бампер крыло еще. Страховая. Страховая и ремонт за счет страховой, потому что нет моей вины. Все равно не начали бы задавать, типа, что там стоял. Ну, задали бы, наверное. А может быть и не задавали бы. Ну что думаешь, они будут этот сверяться по геолокации, не знаю, там по широта, долгота, где я находился. Так она, наверное, тоже особо всем похуй. Главное, чтобы до точки П доехал. Да? Ну, по большей части, наверное, да. Потому что им там все-таки сколько катает. Там? Ну да, там 300 машин. Ну подумаешь, человек там, ну, 70 километров переехал. Мы тут собирались 1400 километров переехать. Буквально сегодня, да? Крюк сделать в Оренбург. Очень много растрат было на планике.
паники, обманки, вот это вот и все. Поэтому, если в этот раз мы не дотянем, то в следующий раз мы точно до 10-15 сможем дотянуть. Прям типа
так подумал, что клево. Должен быть какой-нибудь большой цвет. Даже
и отдать не получится, поехать, придется ждать, как контор откроется, так ведь? Да. Да мы к 9 точно не будем. Мы пока доедем, заедем этот, со Шкодой, документы мне км.
хочет побыстрее свалить, потому что, наверное, навстречу кто-то едет. Но если ты видишь, что перед тобой никого нет, ну езжай ты дальше с левым поворотником, чтобы люди сзади не боялись. Вот так ему по кайфу. Так он нравится. Попов боится. Борисоглебска, а там уже это... Ну, туда еще доедем вообще. Ну, будем ехать и смотреть, что происходит, пытаться. Где мы вообще? Ну, сейчас будем ехать, хоба, тут, знаете, оазис света. Я Борисоглебск потерял.
ждали, он там что-то собирался, вроде что-то там доездить и потом менять.
Борис и Глеб. Вдвоем замутили, да? Да, да. Палку воткнули. Красла. Ну или кинули. Теперь едем до ближайшей более-менее цивилизации, да? Теперь можем до этого ехать. До Тамбова.